Валютные торги в Приднестровском республиканском банке вновь не состоялись. Совокупный спрос участников аукциона составил около 24 миллионов долларов. Предложение ПРБ по американской валюте – 200 тысяч. Но заявки клиентов не удовлетворили ни на цент. Представители уполномоченных банков вновь не пришли к консенсусу по распределению валюты. В заявлении Центробанка также говорится, согласно решению Президиума Верховного Совета, 23 июня вне рамок аукциона ПРБ продал порядка 330 тысяч долларов Агропромбанку с целью последующей продажи Интерднестркому, 91 тысячу долларов и около 906 тысяч российских рублей приобрела Молдавская ГРЭС через Приднестровский сберегательный банк.